Toys, the boys. Любите полицейские машины? Любим очень. Платон, а ты любишь машинки Брудер? Да. Кирюша, а ты любишь машинки Брудер? Да, очень. Вот такая машинка у вас. А человечек какой зато. Ну что, Платон, нравится машинка? Да, там открывается сзади. А где колесо? Там должно... О, есть колесо. Тут еще у нас есть бумажки. О, и инструкция. Наклейки. Есть еще вот такие вот запасные наклейки на разных языках. Это если на машинке затерлись надписи, можно их поменять. Вот такие вот наклеечки. Что там у тебя? Сейчас. Брошюрка традиционная, Брудер. С разными машинками. Мама, а можно на дверь наклейку какую-то наклейку? Ну и вот такая вот мама, брошюрка. Болею. Давай, давай, Платончик, покажем. Давай, это вот здесь должно стоять. Видишь, у нас работает сирена. Можно включать разные режимы. Так, режим двигателя. И вот основной режим, да, это вот машинка преследует грабителя, например. Класс? Кирюша, покажи, пожалуйста, дяде. Ты на него наручники одел? Да. Он провинился? У полицейского снимается фуражка. Одевается фуражка. Пистолет. Так. Руки вверх, есть фонарик, есть рация, есть дубинка, ну и вот мы пистолет у него забрали. Рассматривайте. Да, похож на лего-пистолет. В джипике открываются двери, открывается капот. Сейчас, подожди, подожди. Такой есть упор. Упор для капота. Вот. И давай еще покажем, Платончик. Вот есть сзади такая дверь багажника. Запаска снимается. Сдеваем ее назад. Открываем двери. И у нас там внутри полицейского джипа много места. Поместится 4 преступника. Есть у нас еще такая деталь для прицепа. И, кстати, если крутить рулем, то поворачиваются колесики. Не очень удобно. Yep. 5-3-4.
Bye-bye.